Святая Гаяна Златоустова. Все мы молимся, но не все пред Богом. У кого в то время, как тело лежит на земле, и уста бессмысленно произносят слова, душа блуждает везде, дома и на площади. Такой может ли сказать о себе, что молится пред Богом? Пред Господом молится тот, кто вполне собрал душу свою и не имеет ничего общего с землею, но переселился на самое небо и изгнал из души всякий человеческий помысел, как сделала Анна, о которой Писание говорит. Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее. Здесь видны в этой жене две добродетели – постоянство в молитве и бдительность души. Первое в слово – долго, последнее – прибавление пред Господом. Ибо она, всю себя собрав, с напряженным умом призывала Бога скорбную душою. Как же сказано, что она еще долго молитву, творила долго молитву, тогда как молитва ее была краткая. Ибо она не распространялась в словах и недолго продолжала молитву, но сказала немногие простые слова. Господи, всемогущий Боже Саваоф, если ты призришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твои, дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу в дар на все дни жизни его, и вина его, и вина и сикера не будет он пить, и бритва не коснется головы его. Какое тут множество слов, и почему сказано долго? Потому что она постоянно повторяла одно и то же, и не переставала в течение долгого времени произносить одни и те же слова. Так молиться повелел Христос, сказав ученикам, чтобы они в молитве не говорили лишнего, как язычники. Он показал нам и меру молитвы, внушая, что молящийся может быть услышан не за множество слов, но за бдительность души. Матфея 6, 6 глава. Но если скажешь, должно молиться немного, то почему он сказал им притчу, внушающую молиться непрестанно, а вдовице, которая частым приходом своим и непрестанным повторением просьбы преклонила на милость жестокого и бесчеловечного судью, не имевшего ни страха Божия, ни стыда человеческого. Лука 18 глава. Почему и Павел увещевает в молитве пребывать, Римлянам 12, 12, и непрестанно молиться. А говорить недолго и молиться непрестанно – это противоречит одному другому. Нисколько не противоречит. Напротив, одно с другим весьма согласно. И Христос, и Павел заповедовали творить краткие, но частые молитвы с небольшими промежутками. Если ты будешь распространяться в словах, то нередко станешь делать это без внимания и дашь дьяволу большую свободу подойти к тебе. Не изложить и отвлечь мысль твою от того, что говоришь. Но если будешь творить молитвы частые, легко можешь быть бдительным и самые молитвы станешь творить с полным вниманием. Это самое делала и Анна. Не распространялась в словах, но часто и многократно припадала к Богу. Когда же священник заградил ей уста, стих 13, уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, она принуждена была покориться священнику и прекратить молитву. Итак, загражден был у нее голос, но не заграждено дерзновение. Напротив, тем сильнее вопияло внутри сердца. Это особенно и есть молитва, когда вопли раздаются изнутри. Так особенно свойственно душе, страждущей выражать молитву, не напряжением голоса, но горячностью сердца. Так молился Моисей. Он ничего не говорил, а Бог сказал ему, что вопиешь и ко мне. Исход 14.15. Люди слышат только голос, но Бог прежде этого голоса слышит вопль внутренний. Поэтому можно быть услышанным, не говоря ни слова. Можно быть и на площади, и молиться мысленно с великим усердием. И сидя с друзьями, занимаясь делом, можно призывать Бога с великим воплем. Воплем внутренним, неслышным ни для какого из присутствующих. И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, и стала пред Господом. Видишь, то самое время, которое все употребляют на отдых, она посвятила молитве. После стола устремилась на молитву, пролила источники слез, показала ум трезвенный и бодрый,
и помолилась так усердно, что получила дар сверхъестественный, разрешила неплодство и исправила немощную природу. Вот что мы приобрели от этой жены. Научились молиться и после трапезы. Кто готовится к молитве после трапезы, тот никогда не впадает в невоздержание и пьянство. Но ожидание молитвы, как бы уздой удерживая свои помыслы, будет с умеренностью употреблять все предлагаемое, и как душу, так и тело исполнит великого благословения. Ибо трапеза, начинающаяся и оканчивающаяся молитвою, никогда не оскудеет, но обильнее всякого источника принесет нам все блага. Не будем пренебрегать столь великую пользу. Странно, что слуги наши, получив от нас что-нибудь со стола, благодарят нас и отходят с добрым словом. А мы, наслаждаясь столь великими благами, не воздаем Богу и такой чести. И притом тогда, как через это можем достигнуть великой безопасности. Ибо где молитва и благодарение, туда приходит благодать Святаго Духа. Оттуда прогоняются демоны и все вражеские силы. Отступают и обращаются в бегство. Кто намеревается после трапезы идти на молитву, тот и в то время, и во время трапезы не осмеливается сказать чего-либо неприличное. А если и скажет, тотчас раскаивается. Итак, должны при начале и по окончании трапезы благодарить Бога, в особенности потому, что если мы приобретем в этом навык, то нелегко впадем в невоздержание. Цитаты взяты из синодального перевода Библии. Аминь. Аминь.